Привет, меня зовут Ева. Мы сейчас посмотрим, как надо гулять с собакой. Давай, все. Надо собака, чтобы пошла с одной стороны. Если собака отбегает от тебя, ты должен держать за это. Дергать, чтобы она прибежала. У меня поводок, например, не с удлинителем. Если он бы был с удлинителем, он бы мог далеко отбегать. Я помогла зафиксировать на какое-то расстояние. Но у меня так поводок без удлинителя. На следующий... Может, я покажу вам еще с удлинителем когда-то? Сейчас мы будем гулять так. Я его сейчас отпущу. Вы посмотрите, как его надо звать. Вот ты слушайся. Дверь ко мне. Ко мне. Мне пока снег. Вот мы по... Дверь ко мне, пошли. Так, если он не слышит, ты берешь, догоняешь его и отберешь за ошейник. Еще его, если вот так вот надо было брать за шкирку. Так что, если у вас собака плохо гуляет, еще у меня она хорошо гуляет. Если у вас собака плохо гуляет, то не надо ее отпускать по поводка, пока просто ведь. Пока просто водить ее на полоске. Надо. Так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мой канал называется «Моя любимая собачка». Нажимайте.